Здравствуйте, дорогие зрители! Канал «Тайный шоу-бизнес» расскажет вам о последних новостях и сплетнях звезд. А также о мире отечественного шоу-бизнеса, который сейчас переживает трудные времена, ужасные потери. Нам всем тяжело осознавать, что уходят люди той советской школы, на которой мы все выросли. Поделитесь своим мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь. По словам Марии Шукшиной, мы выстояли этот год. Актриса заявила, что русские в 2021 году в чем-то выиграли, а в чем-то проиграли. Кроме того, Мария Шукшина призвала вспомнить всех ушедших и остановить дыхание, чтобы в новом году сделать большой вдох. Актриса заявила, что не знает, что нас ждет в 2022 году. Тем не менее, она перечислила, чего следует ожидать. Поделитесь своим мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь. Мир наш сейчас, действительно, как бездна океана, что ждет? Коды, цифры, новые буквы штаммов. Задается вопросом Мария Шукшина в своем телеграм-канале. Также актриса попросила русских людей не отчаиваться, быть сильными и мужественными, любить и быть любимыми. Бог нам всем в помощь! Обратилась с напутствием Мария Шукшина. Спасибо за просмотр! Поделитесь своим мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь.